Так, да ладно. Блин, он там заспавнился. Ну, хотя бы кучу не взял. Заспавнился левее, так что это еще... Ты не так плохо. Так, блин, наверху, сейчас его тут ждать лучше. Можно было бы не ждать, а в конце сделать там, вниз спуститься по лестнице, но это было бы, возможно, еще медленнее. Блин, я не взял. А, блин, у меня бывает такое, что здесь тороплюсь. Тут кучу забрал, сейчас где-нибудь выкинет не там. Естественно. Но мог ее дотащить хотя бы до... Блин, у меня постоянно с этим уровнем какой-то... В основном рандом плохой здесь. Ну здесь, да, здесь моя ошибка была, я торопился там. В прошлый раз рандом был дебильный, где... Там их трое заспавнилось справа все. Thank you.
Нет, потому что на лоудранере 40 зрителей, это меня в определенной степени удивляет, потому что действительно я... Я был готов к тому, что лоудранер это такая... Ну, не прям смерть канала, но типа такой вот... Более... Это такой... Блин, да что такое? Короче, период такой, вот у меня есть периоды, когда там это хайповая игра, и периоды вот, когда никому не нужно. Я вот думал, что лоудраннер это как раз ко второму типу относится. Не. Дурацкая ошибка тут. На восьмом тоже уже не первый раз. Блин, обязательно наверху кто-то должен заспавниться, ну... Опять наверху, да хватит наверху-то спавниться, ну... Что такое? Блин, ну типичная 11-я, я не знаю. И это еще при том, что я только одного закапываю. То есть Нигал-то закапывал, по-моему, троих всех. Как здесь вообще играть, если троих закапывать? Я даже закапываю одного, он у меня все время наверху спавнится. Это Хиро. Ну,
Мне все-таки кажется, так быстрее будет, хотя не факт. Если бы он эту кучу пораньше выкинул, то было бы норм. Так мне все равно придется за ней бежать. Так бы, может быть, и за той бы добежал заодно. Да, хреновый рандом здесь. Ну, тоже обычный, 13-й, да, на самом деле. Вообще, мне сейчас ПБ действительно начало довольно хорошее, то есть идти в минус от ПБ после 13-го это нужно, чтобы рандом прям норм выпал. Блин, 10 секунд от голды теряю здесь. Ну, приятный конвакс. Или... Блин, я не помню, не писал ничего сегодня в чате. Просто там в начале стрима такой активный чат был, что... Если ты что-то писал уже до этого, я мог пропустить. Так, он мне сейчас кучу здесь подтащит. Нормально, 15-й, но обычный. Лучше бы, конечно, он сверху меня подтащил. Но я уже боялся, что он... Страшное начало тут. Да что такое? Ты из кривого начала, что ли, у меня? Трэш какой-то. Следующий workpace. Но вот скоро начнутся у Нерала жесткие уровни, где-то после 20-го, по-моему, или около того. Сейчас топ-рандом голда за счет этого. И минус 7 секунд от Нерала. Норм, страта. Thank you.
Ой, блин. Так плохо. Так, стоп. Он не мог отсюда кучу скинуть, если бы я подождал. Во, получилось. Но тут надо было рискнуть, мне кажется. Когда я все равно... Не, голду я сделал, конечно, это можно еще улучшить будет. Я нормально в целом. Но эту страту действительно, может быть, рисковать стоит, только если пейс не самый лучший. На хорошем пейсе, мне кажется, этого не стоит. Вот, пока что я от Нерала отрываюсь. 20-й у него, по-моему, хороший. 21-й тоже вроде. Короче, посмотрим, интересно. Что так плохо-то в конце? А где, у кого куча, блин, у тебя что ли? А, сверху куча, я ее не взял. Вот идиот. Блин, 20-й надо... Я вроде тренил его, но что-то... Надо заправлять уровни, которые у меня самые нестабильные, отдельно их тренить. Вот, думаю, 20-й один из таких. Блин, не так надо делать. Ну, такой средний уровень еще можно будет улучшать. Блин, если бы не накосячил на 20-м, мог бы догнать свой ПБ. Беги ты. Так, тут у меня в ПБ, кстати, рандом не дал. Можно будет засейвить, если везет. Ой,
Окей, повезло. Возможно, выйду в минус от ПБ сейчас. Нет, плюс полсекунды еще осталось. 4 секунды все засейвил, я думал, больше будет. Да. Так, вот. Ну, я бы не сказал, что это, конечно, хороший пейс. Ну и неплохой такой. Жить можно, надо стараться не умереть, тогда, может быть, что-то неплохое получится. Кучу не спёк там? Случайно. Не. Интересно, что я все еще в минусе. ВР и от ПБ. Блин, что за паттерн? Стромно здесь вылазит теперь. Риф. Ладно, концовка хотя бы нормальная, но... Это пришлось бы капить как-то, я не знаю. Что-то они пошли за мной в этот раз. Вот этот уровень непонятный. Иногда нормально все идет, иногда что-то пойдет не так и... Понятно. Из-за чего и что с этим делать? И все еще минус от ВР, как бы. Особо не дойдут. Я-то до саб 49 буду играть.
Ну, 49 в этом ранее, конечно, вряд ли получится, потому что там нужен, скорее всего, топовый 11-й, 13-й, который надо будет потом рандомить, сидеть. Душик так прописанных движения какие-то объяснить-то чему. А, я забыл. Да потому что те, кому надо, они сами следят всегда за всякими раздачами. Так, здесь у меня была первая смерть.
Блин, может сейчас опять плохой рандом будет, я не знаю, кучу скинул, не скинул. Окей, повезло. Так, ну вот это норм, кстати. Сейчас, правда, не помню, где у меня второй уровень был, на котором была смерть. Может быть, вспомню, когда до него дойду. Ну, точно не здесь. Да падай ты! В конце криф опять. Так, вот здесь я, по-моему, не сдох, но потерял просто время из-за плохого рандома. Так, окей. Это Хёсон. Так, вот из них куча, да?
Блин, этого закопал. Не, не было кучи. Ну ладно. Блин, да как достанет с ним, ну капец. У меня пейс, блин, вы какие вопросы дурацкие задаете? Блин, медленно. А сейчас наоборот поторопился. Так, этого закопаю. Не знаю, даст мне что-то это или нет, но... Наверное, ничего не даст. Да, что это такое? Не успею уже проскочить. Ну, все плохо. Фигню сделал. Вот на лестнице, блин, поторопился, пальцы заплетаются, и все уже. Потом не успел. Просто секунд 10 потерял за этого. Ну, все еще workplace. Ой, блин, я забыл. Я перепутал с другим уровнем, где он собираю. Это скор. Вот здесь я второй раз умер. Шняк. Ну
За 50 минут, если нормально бежать. Блин, а зачем я так делаю? Ладно. Может, так быстрее даже? Не знаю. Блин, одного все-таки закопал зачем-то. Не по стране, но я подзабыл чуть-чуть. Торопился. Так, кучу не возьмет. Ладно. Вроде сильно не испортил. Но вообще надо здесь, конечно, так не делать. Привет, Оля. Спасибо. Ой, что я делаю? Идиот. Тороплюсь. Что я сделал, блин? Крив какой-то. Какой-то трэш, блин. На таком поясе такие тупые ошибки. То, что я мало еще наиграл, стабильность плохая. Я удивлен, как я еще вообще с такой стабильностью умудряюсь. Блин, да чё они встали, мне их сейчас ждать придется. Надо было чуть-чуть еще там постоять. Потому что иначе сейчас они слишком высоко и вот. Окей.
ладно, пойдет. Чё-то фигня какая-то, чё-то слишком изи. Я думал, сложнее будет. Чё, ну и... Как бы можно уже дропать, по идее, как бы. Цель выполнена. Я просто не знаю, ну типа Sub 48 я все равно не сделаю. Sub 48 30 попробовать еще поиграть. Пока непонятно, куда дальше. Как бы... Ран без смертей хороший, но оставлять это, типа, это слишком быстро сделано, там можно еще улучшить. Надо будет погриндить начало хорошее, я посижу еще несколько дней, но если я не знаю, там, за несколько дней, там, за неделю не улучшу, то оставлю этот, в принципе. Я это выложу и наверное, еще недельку поиграю, там, посмотрю, получится что-нибудь, что нет, в принципе... Саб 48-30 вполне реально сделать.